Рецепт вкусного и в то же время полезного хлеба с ароматом оливкового масла, хрустящей корочкой и необычайно вкусной и пористой мякотью. Идеальный хлеб для любого случая. Попробуйте. Предлагаю вам отправиться в путешествие на родину Адриано Челентано и отведать такое замечательное блюдо, как чиабатта. Моя семья предпочитает есть бутерброды из чиабатты, а не с обычным батоном. Посмотрите, как приготовить чиабатту ржаную. Даю гарантию, вы получите кучу комплиментов и благодарностей по поводу этой выпечки. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подписавшимся, больше вкусностей. Вот что нам понадобится. Ржаная мука, 150 грамм. Пшеничная мука, 150 грамм. Манная крупа, 150 грамм. Дрожжи свежие, 5 грамм. Молоко, 50 миллилитров. Вода, 175 миллилитров. Соль, 9 грамм. Масло оливковое, 20 грамм. Количество порций, 10. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Я рада гостям.